Жители Вишневой Горки могут дышать глубоко и спать спокойно. В экорайоне, куда челябинские семьи переезжают ради чистого воздуха, прогулок по лесу и активного досуга, открылся участковый пункт полиции. Стражи порядка будут находиться в одной из новостроек с яркими фасадами. Помещение, предоставленное застройщиком микрорайона, отвечает всем современным требованиям, в том числе и по технической оснащенности. За безопасностью в Вишневой Горке теперь следят три участковых уполномоченных полиции. Иван Пантелеев уже приступил к своим обязанностям и знакомится с населением. Руководством отдела МВД по Сновскому району было принято решение открыть данный пункт полиции. Застройщик Вишневая Горка пошел нам навстречу, оборудовал помещение для этого опорного пункта. И здесь будет работать участковый уполномоченный, будет работать с гражданами, проживающими на территории Вишневой Горки. Опорные пункты полиции открывают в густонаселенных районах. Количество жителей на этой территории превысило 3000 человек. Каждый из них будет под надежной защитой. Задача участковых – быть ближе к народу и первыми приходить на помощь гражданам. Будь то драка на улице или бытовая ссора. Для работы сотрудников полиции и приема граждан созданы комфортные условия. Мы последовательно реализуем проект строительства комфортного жилья, и одна из важнейших составляющих комфорта – это безопасность. На территории микрорайона установлены системы видеонаблюдения, установлено качественное освещение и сделали большой шаг вперед, открыли опорный пункт полиции. Вишневая Горка – это не только современное жилье на природе в 15 минутах езды от города. В семейном экорайоне в приоритете безопасность. На территории дворов и внутри домов действует система видеонаблюдения. Не раз в объективы камер слежения попадали потерянные велосипеды и самокаты. Видеозаписи помогали хозяевам личного транспорта найти пропажу. Район хороший, много детей, и, конечно, мы все беспокоимся за наших детей, поэтому важна для нас безопасность, и мы рады, что открывается пункт полиции, скажем так, и можем уже гулять спокойно. Улицы микрорайона освещены. Даже ночью во дворах и на аллеях светло, как днем. Освещение представляет собой интеллектуальную систему, тонко настроенную под нужды конкретного места и времени. Фонари управляются беспроводным контроллером, их яркость зависит от восхода или захода солнца. Решения, разработанные для умного города, уже применяются в умной Вишневой Горке. Сейчас для всех покупателей и жителей микрорайона основополагающим, одним из основополагающих опросов становится вопрос безопасности. Это одна из базовых потребностей людей, и зная это, мы данному вопросу уделили большое внимание в микрорайоне Вишневая Горка. То есть мы отошли принципиально от освещения уличного всем приевшимися этими уличными фонарями, которые перегорают, не работают и в итоге, получается, не дают того эффекта, который мы всех ждем. Мы применили на микрорайоне такое, назовем ноу-хау, то есть поставили прожектора и светильники энергоэффективные на фасады здания. Ночью как бы светло и очень комфортно гулять, прогуливаться, безопасно. На самом деле, на удивление, удобно и комфортно, когда выходишь из двора и нет необходимости привыкать к темному освещению. Да, на улицах светло, как днем, не страшно выйти, то есть не боишься. Но мне нравится очень. Даже с ребенком мы гуляем на площадке в вечернее время, потому что сейчас очень рано темнеет. И мы не боимся, выходим погулять вечерком, и площадки освещены. Я ребенка вижу, она меня видит, все хорошо, нам очень удобно.